23 января. И я приветствую вас, мои дорогие, на канале Хастамания на 600. У меня распаковочка, но распаковочка этот раз весьма необычная, потому что эти хосты ко мне ехали 3 месяца. 3 месяца не по вине, естественно, питомника, а 3 месяца, потому что так сложились обстоятельства. Упаковка у них оригинальная, только сняли верхушку, чтобы не запаривались. Там оставались листики, когда их еще получили в октябре месяце. И все это время мои красавицы ждали своего часа на балконе. На далеком-далеком балконе от меня. Сегодня я их получила. Мне очень интересно, как, в каком состоянии корневая система. Это же просто что-то невероятное. 3 месяца вот в таких вот, в такой вот упаковке. Мне очень интересно. Сорта я заказала самые простые. Это хосты были по распродаже, 50% скидка. Я выбрала вот так вот ради интереса 3 сорта. Ну, каждый сорт, естественно, чем-то меня привлек. Один вот этот вот хоста Golden Lua у меня есть. Но удержаться, да, на распродаже 50% еще из такого замечательного питомника, почему бы и нет. Но весьма скромно, потому что знала, что дорога будет долго, и в каком виде они ко мне приедут, я тоже не знала. Поэтому все, руки чешутся, только приехала, и сразу снять с вами, поделиться своей радостью. Ну, естественно, мне очень-очень хочется открыть и посмотреть, что же там таится вот там. Первый сорт, на который у меня, так знаете, опа, надо брать, это был Sally Goes Green. Sally возвращается в зеленое. Это спорт от коллекционной хосты Sally and Bob. Высота заявлена 60-65 сантиметров, то есть это большая хоста. И эта красавица, она не захотела быть стрекетной. И возвращается в зеленый цвет. Мне очень будет интересно посмотреть, какая будет фактура листа, как она будет выглядеть. Но давайте посмотрим, как выглядит корни. Корневая великолепная. Нигде ничего не запарено. Но есть такой легкий-легкий запах, знаете, застоявшейся земли. А так корни великолепные. 3 месяца, вы вдумайтесь на секундочку, 3 месяца ее не поливали, ее не увлажняли, то есть она просто на балконе лежала в оригинальной упаковке. Ну вот, что значит качество, да? Питомник просто доказал еще раз, что качество великолепнейшее. Значит, кстати, эта земля, наверное, настолько обработана, что нет никаких там спор, там гниения, то есть абсолютно здоровая корневая система. Значит, это первый сорт, который я получила. Второй сорт хоста Хастаманана. Хастаманана меня привлекла тем, что у нее невероятно красивая окантовка. Она, знаете, чем она интересна? То есть там получается еще идет как прослоечка, такой вот внутренний штрих белый, и она вот настолько какой-то вот, у нее за счет этого получается лист красивый, и тем более цена тоже была такая привлекательная, 4 евро. Это спорт от Golden Standard. Я Golden Standard, в принципе, если честно, не очень люблю этот сорт, но здесь я не удержалась только потому, что здесь очень красивый край листа, который имеет окантовку, можно так сказать, двойную. То есть невероятно красивая окантовка. Высота этой хосты 55-60 сантиметров. Корневая система пришла великолепная. Как видите, все прекрасно, все чистенько. Мне так непривычно сегодня вам это все показывать. Корешочки, вершочки, ни одного листика. Но как же не показать вам качество, да, качество. То есть, в принципе, питомник остается на высоте. Не перестану об этом говорить. Великолепнейшее качество. И вот еще один сорт Golden Gavaya Luau.
Я получала летом, вы видели распаковочку у меня на канале, я получала летом этот сорт, но там я платила 6 евро, и мне пришло несколько корешков. Здесь я заплатила всего лишь 3 евро, но не взять ее, она такая красивая, у нее такая длинная ножичка, у нее такой красивый лист. То есть я, знаете, пообезьяничала и купила еще один сорт, ну еще, вернее, еще одну, потому что я жадина, потому что я, ну, понравилась она мне, не жадина, она мне понравилась. Значит, видела вживую эту хосту, она великолепна, она смотрится таким красивым фонтаном, длинная нога, красивый окрас листа, то есть, ну, что-то вот, вот действительно, ну, как по мне, так золотой фонтан, честно. Высота у нее 45-50 сантиметров. Все это я вам буду показывать весной. Скоро весна, ребята, 23 января сегодня. Еще немножечко и весна. Но опять-таки корневая великолепна. Что, знаете, как заключение хочу сказать, что я очень-очень довольна. Ну, во-первых, еще что, честно скажу, привезла моя сестра, и я ей очень благодарна, и это даже, это мне подарок. То есть выбирала я, а Машунечка мне подарила. Машенька, я знаю, ты смотришь, большое тебе спасибо. Мне очень-очень приятно. Буду промывать корешочки, буду присаживать. Сейчас подумаю, как мне их лучше сохранить. Осталось всего лишь пару месяцев. Я прощаюсь с вами до следующих видео на моем канале. Сегодня у меня не очень красочное видео, но какое уже есть. Всем вам мирного неба над головой.